Вот я и приехал 25 мая на Зеленый остров. Каждый свой день рождения приезжаю на Зеленый остров. В том году и в позапрошлом, и в прошлом, вообще, короче, ну вы поняли. Раньше вот здесь катамараны стояли возле этой пристани. Сейчас тоже стоят, только с той стороны. Раньше и здесь катамараны стояли. И мы с Карифаном на его днюху 15 мая, на мою днюху 25 мая, в общем, приезжали сюда и катались на катамаранах. Вот. Я плавать ни хрена не умею, все равно садился на катамаран, блядь, и греб вот на середину туда, вот реки. Привет. Вот сегодня какой-то жук кусал меня за ногу, сука. Сегодня вот приехал на Каротеке, на своем, на Каротеке. Мороженку уже съел, сейчас за шашлыком пойду, ну попозже, покатаюсь туда, вдаль куда-нибудь, вжарю, потом куда-нибудь вот туда, вдаль вжарю, посмотрим, может быть по центру города покатаюсь, поеду, хз, но сегодня у нас 36 градусов, печет пипец как сильно, ветрище тоже такое, против ветра особо не повкручиваешь, а здесь ветер, короче, везде, вроде туда едешь, против ветра едешь. В обратную сторону повернулся, сука, опять против ветра. Короче, хер пойми, как это работает. Система ветров. Вот. В этом здании я раньше занимался большим теннисом. Ходил на секцию. Играли мы там. Занимались. Тренеры, не помнишь, как зовут. Раньше этой решетки оградительной не было. Никакой вот этой вот зеленой залупы не было. Просто бетонная эта херня шла, и можно было сидеть на ней. Жопу мочить, там отдыхать. Короче, сейчас поставили вот это ограждение. А, хз, нахрена. Ну, раньше было по кайфу, можно было посидеть на этой приступке. Народ тут тусовался. Ну, единственный минус, конечно, синячили, как пидоры последние. Вот. А, воду бросали, бутылки всякие. Ну, это сейчас плавает мусор тоже всякий. Вот там остров, там еще один остров, там еще один остров. Короче, острова, пиздец. Система архипелагов. Так, ну поехали, покатаемся где-нибудь, там еще что-нибудь заснимем. Встречается сегодня довольно большое количество пьяной школоты. Типа 25 мая, все-таки какой-то выпускной, вероятно. У нас сидят хуячат синьку, тут везде пляж. Вот, молодняк толпами пасется. Там мусорка. Видите, сколько набухали, блядь, пластика. Он плавает, купается. Пацаны идут, обсуждают. Он говорит, в тот раз мне, говорит, пиздец от водки жгло, говорит, сейчас опять, говорит. Походу жопой смазывает. Так, поехали дальше. Все еще интересненького здесь найдем. Вода прямо вот здесь, возле тропки протекает. Здесь трейлы небольшие, велосипедные. И здесь водица течет прям рядом. А когда Иртыш разливается, она еще дальше. Вот до туда вода и дальше. Ладно, пора отсюда выбираться. Я, наверное, уже хочу шашлык. Я даже не знаю. Машкара просто роями вьется. Если без очков едешь, особенно по лесу, в глаз попадает машкара. Даже под очки залетает. В глаза. Машкара. Прикольно. В этом году я первый раз на Зеленом острове. Ну да. Я вроде бы первый раз. О, он где-то катер хуярит. Да, он, смотрите, не катер, а что это... Гидроплан хуев, как его? Гидроцикл этот, как еще называют? Как это хрень называется? О, хуячит. А, это спасатель. Я думал, хрен какой-то богатый катается. Это спасатель, судя по всему, у него жилет какой-то. Написан, блядь, шорты какие-то желтые. Он на меня смотрит, палит. Такой, Ну, походу, утопших ищет. Ну, в смысле, тех, чтобы никто не потоп, короче. Надо минералочки поехать купить. Минералочки.
какая-то коряга в ней, какое-то то ли стекло, то ли хер знает что. Это не изумруд, блядь. С эти волны. Вот проплыл тут хрен на катере, с эти волны пошли. Это вот хрен на катере проплыл. А прикиньте, если какой-то Титаник, блядь. Или подводная лодка. Вообще жесть. Ладно, жарище, поехали дальше. Вы наверняка сейчас услышите кваканье лягушек. Или жаб, я хер его знает. Очень громко квакают. Наверное, огромного размера. Вот как только достал телефон для съемок, сразу суки замолчали. До этого так хуячили, я, короче, 30 метров проехал, остановился, так громко хуячили, что я вернулся снять, как они квакают. В итоге не вижу этих ни лягушек, ни жаб здесь. Во. Где-то подлюк квакает, сука, а? Слышите? Фиг, как кинется, как заглотит телефон. Хуя знает, даже не видно. Да хер ее знает, мутант какой-то. Не видно, но громко квакает. Девчонки поинтересовались, лягушка или не лягушка. Мутант какой-то действительно. Ладно, пойдем отсюда. Все кроссовки все извозюкал, там грязище, болотище. Они, походу, нашли ее. Ну-ка, пойдем посмотрим. Бля, вон она. Короче. Вон. Ебать, вон. Вот уж французы, наверное, здесь обожрались бы. Ведь квакает, надо ведь ей что-то ведь, а? Походу, говорит, что жарко. Просто кондиционер включить. Или вентилятор. Кстати, я вентилятор не купил. Бля, надо в магазин, наверное, ехать за вентилятором. Тир здесь есть. Какие-то шарики с дротиками детские. Какая-то игрушки, херушки там для детей. Пойдем посмотрим. Припарковался вот здесь, каратек поставил свой. Шашлык взял со свининой, с лавашом, с кетчупом, с луком. Вот. Какие-то Маша и Медведь, научи меня пердеть. Девчонки тут играют во что-то, бассейны всякие. Это что, бассейн для детей? Купаться можно? А? Нет? Топлес, залезть? Улыбается. Авторские права, слышите, песня сейчас, авторские права на ютубе сразу. А, пострелушки всякие. Здравствуйте. Здрасте. Медведи всякие. Раньше были свечки, которые я стрелял. Свечки зажигались, нужно было в огонек стрелять. О, тут синька в качестве приза. Не, хуёвый вариант. Так, а то дротики детям кидать. Судя по всему, в шарики. Но шарики слабо надуты, и поэтому они, скорее всего, будут просто отпружинивать. Нужно очень-очень сильно кинуть, чтобы шарик порвался. И мишки в качестве призов всякие. Раньше здесь стояли палатки. Одна, вторая, и с этой стороны две палатки стояло. И там постоянно музыка долбила. Ну и синяки сидели, хуячили синьку вонючую. В этом году, видите, все культурно. Хотя вот синюшница есть, конечно, вонючая. Ну, типа, уже не столько алкашей, как раньше. Вон там тоже раньше алкашку хуячили. Тоже одни синеботы, блядь, были. Так, пойдем водички какие-нибудь возьмем сейчас. Минералки. А чем она у вас? 80. Вообще, в жару, конечно, ледяную воду пить не нужно. Типа, наоборот, нужно горячий чай хуячить в жару. Меньше пота будет, типа, выходить, меньше жарко будет. Это как горячий душ, например, принимать. В общем, вот такой зеленый остров в этом году. Раньше белые банты ходили, девчонки всякие на выпускных. А сейчас, видите, никого, тишина и пустота. Здесь вся набережная, вот так вот, все было, все. Все было в белых бантах, короче. И
типа все ходили, гуляли, тусовались, и там менты везде ходили. Менты и следили, чтобы школьники не нажирались, а школьники сидели. Вот на тех бордюрах по ребриках я вам показывал, на которой сеткой огорожен зеленой. Вот, постоянно отсюда, короче, выносили школоту пожиравшуюся. А школьники подходили к нам в кафешках, и когда им продавщицы не продавали пиво, они просили нас, чтобы мы купили, ну, мы уже более старшие. Типа 20-25 лет, вот такая вот тема. В общем, подождем шашлык, потом продолжим. Вот, ребята, первый шашлык в этом году. Честно сказать, маринад слабоват. Ну, типа, мясо и мясо, шашлык и шашлык, 200 рублей стоит. Свинина. Но маринад очень слабоват. Прямо он такой пресноватый, что ли. Но с другой стороны, плюс, он не пересоленный. Жара. 36 градусов сегодня. Это как газировка. Когда пьешь из стеклянной бутылки газировка, она кажется вкуснее. Минералка та же самая. Из стеклянной бутылки кажется вкуснее. Так же дело обстоит и со шашлыком. Когда ешь шашлык шампура, он кажется вкуснее. Особенно вкусный свиной шашлык, когда он с кусочками сала. Вот это сало подпаленное на углях. И когда на шампуре не только мясо, но и типа помидорки, кольца лука на шампуре такие черные, уже подгоревшие. Ну, типа, это вкусно, на самом деле. На углях-то он все готовил. Готовил мужик этот. Но вот как-то шашлыковости шашлыку не хватает, как ни странно. Я, конечно, не эксперт по обзорам шашлыков, потому что я эксперт по обзорам пельменей. Ну вот, ребят, шашлык схомячен, можно, в принципе, выдвигаться. Поеду через центр города, через другой, через Ленинградский мост. По-моему, Ленинградский называется. В Омске Ленинградский мост, вроде бы как-то так. Вот, поеду через Ленинградский мост, заеду в мозг. Все, шашлык подействовал. С луковой кетчуп. Заеду в ДНС, посмотрю вентилятор какой-нибудь. Жара, 36 градусов, я сегодня на полу спал. Прикиньте, вот бетонный пол, сверху просто линолеум тонкий, без утеплителя у меня. Просто тоненький линолеум. Кстати, ребят, никогда тонкий линолеум не стелите, если у вас компьютерное кресло, если вы весите в районе 80 килограмм. У меня, короче, колесики компьютерного кресла вытерли линолеум, он порвался, прикиньте. Так что всегда берите линолеум с подложки в любом случае. В общем, я вчера расстелил вот так вот расстелил, короче, дома. Просто прям на бетонный пол лег, лежу, прохладно, хорошо, ну как прохладно, пол-то холодный, типа все равно бетонный. Еще не прогрелся он пока что. Пока еще весна. И это, мы с Петей лежу, типа, и чувствую, бля, что-то я почки, кажется, застужу. Хуяк, такое одеяло бросил, сверху одеяло простыню. И вот на полу, на бетонном, через одеяло и через простыню нормально было, вот нормально. А на кровати лежишь, просто на матрасе весь жаришься. Вот зубочистку надо прикладывать, конечно, к шашлыкам еще. Ладно, поехали, еще что-нибудь заснимем сегодня, да. Центр города. Обычно мой маршрут, как раз если я катаюсь в центре города, то где-то вот типа в этих местах. По этим тротуарам, среди этих девчонок. Ну, не конкретно этих вообще. Вообще. Типа бабы голые. Ну, не совсем, конечно, голые. Ну, в лифчике, в трусах. Ну, откройте порнохаб, там будут голые. Короче, пляж, народ, ребята. Вон там фонтан. Ну, хер знает, фонтан это или не фонтан. Короче, вот так вот. Короче, типа, это вот так это выглядит. Ну, это типа набережная. Или что-то в этом роде. Солнце, жара. Кайф. Пойдем фонтан посмотрим. И типа там с нее все течет. Можно руки помыть, наверное, даже. Если есть желание. Вот видите, все, вода хуярит. В разные стороны. Ну типа сверху что-то брызжет, там видите, как бы, да?
А вот здесь пройти можно. Наш телефон не намок. Так. Вот, тут вода струячит, видите, можно помыться даже. Какая механика. Нравится фонтан? Да. Хороший? Да. А мы, можно мыться в нем? Да. Попробуй. Давай. Давай. Оказывается, можно. Безумие. Зато не жарко. Вот так, ребят, центр города, где я иногда летом катаюсь. Не каждый, конечно, далеко не каждый день сюда приезжаю, но когда надоедает именно вот... Блин, думаю, еще ноги мокрые, прикиньте, промокли в этом фонтане. Типа вода набрызгала, кроссовки промокли. Так-то сухие были полностью, носки были сухие, в эту жару не потеют. А намокли, блядь, в фонтане. Ну ладно. Что теперь? Поехали дальше.